Доброе утро, ребята. Куда вы собираетесь? В лагерь. Утро немного недоброе. Почему? Вы же так хотели в лагерь, сынок. Уже не хотел? Это зачем? Кстати, можно не ходить. Ну понятно, но зачем тогда ты занял чье-то место? Может, кто-то бы хотел ходить? Ты куда, сынок? В гараж его? Ага. Хорошо, в машину их положи. Там на печи, я его тоже гавать. Хорошо. Так, мальчишки пошли уже в лагерь школьный. Нет, давай лопать пакет не будем. А с конфетами? Нет. Конфеты за бабалкой. Конь, садись на, там, на лавочку. Можно, да? Чистый же. Чистый же. У нас тут с мамой этот. Сегодня понедельник у нас, да? Да, хороший понедельник. Начался хорошо. Прохладненько. Прохладненько. Да? Совсем другая погода, не то, что вчера дети обгорели, да? Ага. Спасибо, так. Понедельник. Да. Я опять выезжаю. Везу сейчас Антоху на танцы. Дождик такой моросящий, прикольный. Сейчас еду Антохе шорты и балетки. В общем, Антоше сейчас танцы, репетиция к дню района. Будут с танцами там в шествии участвовать. А Гришка с карате. Так что нам на день района ехать. 11.06. Я уже дома, буду сейчас варить борщ. Компот уже готов. Родители мне тут все на борщ уже нарвали. Вот такая уже у нас свекла выросла. Так, что еще здесь у меня? Уже все, морковка уже тоже домашняя. Лук. Вот такой вот, который тогда папа не захотел прорывать. И уже даже чеснок молоденький, хотя я вот покупала. Но уже будем с молодым чесноком делать. И вот здесь лука. Ну вот он разный. Чеснок есть маленький, есть большой, и лук тоже. Где-то поменьше, где-то побольше. Так что уже борщ свой. Картошка молодая, сейчас тоже я занесу. И вот она уже домашняя картошка молодая. Борщ будет с молодой картошкой и с молодой капустой, но ее я купила. Овощи почищены. Я пока чистила овощи, разговаривала с Башкой Галей. Я уже сижу не несколько дней, говорю, позвони родителям. Но ему-то некогда, то еще какие-то забывает. А сегодня она мне говорит, Сережа мне тоже позвонил. Я ставлю телефон на вот это вот, на вот этот стакан, кладу его прям вот так вот. И разговариваю по громкой связи. Вот, сейчас буду резать овощи, картошка уже в бульоне. На курином бульоне. Здесь несколько кусочков, вот сейчас картошечка уже закипает. Так, я жду детей. Тут все веселятся, прям бегают, так здорово в школе. Очень много деток. Вон уже и Гришка идет с мячиком. Скажи, понравилось? Не очень. Почему? Зая, как ты сюда будешь 3 недели ходить? Все 3? Да! Все лето? Нет, 3 недели, а не 3 месяца. 3 месяца это... А что вы делали? Играли. Что давали кушать? Кашу и борщ. Посмотри на меня. Какой борщ? У нас тоже дома борщ. Красный. Да, у нас тоже дома красный. А мороженое что, не давали фрукты? Нет? Нам только конфеты давали. Конфеты? А ты ничего домой не принес? Чешки принес. Молодец. А шорты тебе не забыл? Забыл. Не обманывай. Да я там принес. А как репетиция? На танцах. Устал? Да.
Зая, ты чего? Привет. Привет. Ой, как здесь хорошо. Тебе понравилось в лагере? Нет. А что? Антоше что-то не понравилось, тебе не понравилось, вы чего? Ну, как-то не знаю. Не так. А как вы 3 недели будете ходить, дети? А я не пойду завтра. Как это ты не пойдешь? Пусть тебя названивают, но я не пойду завтра. Да так нельзя. Можно у меня один день я похожу, один нет? Да, один нет. Григория, больное место – это ноги, да, сынок? Упал на траве, но такое ощущение, как будто на асфальте. Кепку забыл. Чапун тебе на язык. Кепку забыл. На, пошлите. Сразу говорят, можно нам в бассейне покупаться? Ребят, ну как вода сегодня, теплее? Не, я сейчас довяжу уже щавель. Антош, посмотри на меня. Ага. Что такое? Зачем ты очки? У нас борщ. Ну, конечно. Такой вкусный, кстати, дали. Да? Вам тоже борщ давали? Ага. Это так тепло, что вы даже расчихались. Я, знаешь что? Твоей тряпкой невозможно было убирать. Да? Так ты не убрал? Я попробовала эту пулялку взять, оно как все всосало в себя. Да? Я все это потом выплюнула. В Антошу? Гриша, тут вообще-то мать. Тут вообще-то мать, Гриш. Так, мамуля уже морковки начинает, да? Да ты по сколько штук? По 5. Но ты уже пробовала ее торговать? Ну, конечно. Ни по чем они. Она 30 рублей. 30 рублей 5 штучек, да? Да. Все, папа сейчас поедет, щавель. У нас дождь пошел. Как и говорили, да? 5 часов, да, по Яндексу. Ну вот сейчас без 15 дождь пошел. Мама приехала с карате, да, сынок? Я! Это ты приехал с карате. Ну я же... А ты какой-то хлеб и курицу схватил, да? Я сейчас буду готовить на завтра еду. Компот варю, хотя сегодня варила, но мы почти весь выпили. Значит, малину нашла. Она, видите, была в пакете. И свет, когда отключали, вот ее уже никак не раздолбать. Поэтому будет такой малиновый компот. Здесь сейчас будет картошка молодая с мясом. Греется масло. И вот такое вот мясо я купила. Чахатбили называется. Чахохбили, вот. И сейчас буду обжаривать и почищу молодую картошечку. И молодая морковка еще будет. А я молодец, приготовила на завтра. Уже обед получается, так компот остывает до утра. А здесь молодой картофель, курочка. Вот такая вот целая морковка. Она тоже молодая, очень сладкая, поэтому вот такое вот блюдо у нас будет на завтра. С молодым луком и чесноком. Все очень вкусно, пахнет. Завтра будем пробовать.